Выходи за меня замуж. Да, конечно. О, сколько стоит? Дорого. Ты ее любишь? Люблю. За твоего будущего тестя. А что ты здесь делаешь? Я, собственно, гостиницу приехал смотреть. Через 2 дня дам вам отчет. Познакомьтесь, это мой будущий зять. Позвольте, я Михаил Андреевич, вашу комнату покажу как образец номеров бизнес-класса. Ключ оставил в номере. Не проблема, я открою. Писатель с Нижнего Тагила. Вдохновение ищет. Следующий мой. Извините, вы в Париж летите? Нет, правда, делать предложение на Эйфелевой башне — это так банально. Это мечта моей невесты. Это вообще святое, за мечты. Excuse me, sir, no sex in toilet. Мы обещаем больше никогда этого не делать. Ничего мы не будем делать. Курить? А сексом заниматься будем? Вот познакомьтесь, это мой отец, Михаил. Это Ира Смирнова, моя любимая журналистка. Привет. Здравствуй. Ира летела вместе с Лешей в Париж. Бонжур. Может, мне обо всем рассказать? Я предлагаю начать рассказ с того момента, как ты мне голову засунул в шкаф, потом плакал на плече у Йоса. Блондинку прятал? С кроватью? В шкаф. Это все бывает. Девушка, с которой вы приходили, очки у нас оставила. А сколько ей лет? Лет 80. 80-летняя девушка в солнечных очках Ray-Ban. Так это шпихер. Я встретил девушку, которая не боится жить. Которая перевернула меня с ног на голову, а потом ядерную бомбу внутрь бросила. Почему я должен жить так, как будто этого не случилось? Мы просто поздно встретились. Почему? Потому что ты женишься, потому что ты будешь жить такой жизнью, какой ты хотел. Ты же такой жизнь хотел. А если захочу, чтобы ты остался, ты останешься? Любит, не любит. Когда ты вообще уже замуж выйдешь, чтобы голову мне не морочить? Предлагают. Ну, давай назначим вознаграждение там, кто решит на тебе жениться. Ты такой щедрый сегодня. А ты уверен, что это не противоречит твоим религиозным убеждениям? Что? В кино с 4 декабря.